Наша команда вышла на поле собранной, уверенной, решительной. Среди футболистов прошел резонанс о том, что в городском футбольном клубе «Анапа» идеальные условия. И в связи с этим сегодня у нас много ребят, которые приехали добровольно просмотреться. И еще одна очень важная новость. С сегодняшнего дня в нашем футбольном клубе создана, полностью укомплектована и начнет тренировочный марафон команда юных футболистов «Анапа-2». Все это анапские ребята 15-18 лет, так что у наших будущих чемпионов есть отличные последователи. По инициативе главы муниципального образования город Анапа Сергея Павловича Сергеева была создана молодежная команда, которая будет выступать на Кубок губернатора.